Еще одно свидетельство извне. Еще одно свидетельство извне. Прошло преграды, распахнуло двери, и землю обойдя, заставила краснеть клеветников на путь Христовой веры. Когда-то под землею век второй скрывались страдальцы-христиане, их предали и грубою рукой безжалостно затравливали львами. Среди патрициев богатого дворца жил уцелевший Агнец под насилием. Его-то у высокого креста насмешники шутя изобразили. Как почему в глубоких катакомбах история молчит, идя ко сну, сказав, что там когда-то кто-то уже служил распятому Христу, уже служил распятому Христу. Мой брат, волна проходит, и до прихода капли остаются, как этот римлянин, склонистый на Голгофе, у мокона скорбящего Иисуса, как этот римлянин, склонистый на Голгофе, у мокона скорбящего Иисуса. Где совопросник века, где плебей, где гладиаторов звериная резня, дворец разрушен, трон давно развеян, а крест юноши до ныне не отнят, а крест юноши до ныне не отнят. Мой брат, волна проходит, и до прихода капли остаются, как этот римлянин, склонистый на Голгофе, у ног раскорбящего Иисуса, как этот римлянин, склонистый на Голгофе, у ног раскорбящего Иисуса. Мой брат, волна проходит, и до прихода капли остаются, как этот римлянин, склонистый на Голгофе, у ног нас распятого Иисуса, как этот римлянин, склонистый на Голгофе, у ног нас скорбящего Иисуса.